О, привет! Про 27 апреля не забыли? 27? Ну да, свадьба Патрика и Бубуки. Помним, будем, не гоношись. Я слышал, церемонию будет проводить крутой байкер. Да ладно? Увидишь. Свадьба будет в европейском стиле. Это как? ЗАГСа не будет. Да ладно. Чё, так можно? Меня развели 15 лет назад. Невесту целовать буду я, а ты Патрика. У вас, чаперистов, только понты хромированные. Спортики рулят! Вы вообще пластиковые. Носитесь туда-сюда. Да угомоните вы жука! Мужики, харе ругаться. Вы же всем близкие друзья. Эй, дядя, чайный гриб тебе под язык. Открой стекло. А, чё? На, передай молодым от меня. Чё? Передай молодым от меня. На катафоты. Дядя, чё ты делаешь? Деревянный сервиз молодым. Так просили же не дарить посуду. Ты чё, появился, что ли? Вон, посмотри, что я им сделал. Деревянный чехол для мотоцикла. Вариант дачный, с новой противоугонной системой. Строго по пригласительным. А я успел урвать парочку, Не, может, и не пригласят. Вообще, вы в списках есть. А меня, может, не ждут. Я такая скотина капризная. Невесту воровать, думаю, не будем. Да? А как же обычай? Дадим бой Алкаяду. Погнали на свадьбу. Дождались. Подсоби. Давай быстрее, а то не успеешь кинки с Патриком. Прощай, печень! О, и ты с нами! А куда это они? А, да на свадьбу. Блин, я тоже хочу. Пьяный за руль. Фесты. Это очень круто. А я на свадьбу. Вы со мной? Да. Свадьба друзей – это святое. Твою мать! Куда ехать? Как проехать?